еще хлопок. О. И что? Я никогда не собирал такое. Надо, может, короче, по формам их? С края надо, короче, с края начинать. Надо по одинаковым формам кучки края сделать. Вот, там, где есть ровный край, вот их отдельно. Из них составится рамочка. Да. Какой концерт или музыкальная тусовка запомнились вам больше всего в вашем подростково-юношеском возрасте? Я, короче, успела сходить на концерт Егора Летова вот, в 14 лет. Сказала папе, что я пошла уроки делать к подружке, а сама поехала в Казань. Увидела его вживую, он был такой со стеклянными глазами, он меня немножко разочаровал. Ну, какой-то он был непассионарный. В моем подростковом там концертов не было просто. Ну, более осознанно. Вот когда там 9-10 класс, там вот Ленинградский рок-клуб. Алиса, ДДТ, телевизор. Как вы относитесь к поп-музыке? Как явление музыкальное, мне кажется. Это супер. Да, в любом жанре есть хорошие музыкальные явления, удачные, самобытные, интересные, а есть не очень. А что нравится? Ну, я там Мадонну могу послушать. Что такое? Глюкоза. Глюкоза? Старая? Раньше я слушал Глюкозу. Ну, скорее, это просто был крутой заход через визуальную часть, еще и все это вместе. Ну, это и поп, конечно, но такой стильный очень поп. Слушай, а ну, это, да. Это вот так вот надолго, да? Это все невозможно, они все одинаковые. У меня тоже что-то как-то ступор. А еще когда я говорю параллельно, это вообще многозадачность. Я не барабанщик, поэтому меня не расскажешь, где нервировать. Мы, в общем, поговорить собрались тогда. А какая была у вас первая кассета или, там, не знаю, диск, что у вас был? На носителе, который вы осознанно пришли, сами купили магазин, потому что вы слушали эту музыку. Они там не взяли там у бати. Анжелика Варум я купила, пошла. Просто тогда эти кассеты столько стоили, что я не мог ее купить. Ну не купить, пойти. Ладно, это окей. Надо было выпросить у бати, да. Да. У меня это был Modern Talking. Переписывался это так, то есть это у кого-то был магнитофон «Легенда», у которого есть диктофон встроенный. Ты ставишь ее к колонке, к другому магнитофону, включаешь, а тут включаешь на запись. И как бы качество записи устраивало. А какое вы отношение к Dead Dynasty имеете? Совместное творчество иногда там в плане треков выражается, а так просто тоже рэп. А как вы относитесь тогда к этому объединению? Ну, я считаю, что вот, это одни из лучших, в принципе, в России, да, делающие музыку. Мне кажется, это да. Новая школа. Да, ну, новая школа, сейчас все новое. Ну да, сейчас все новая школа. А вы новая школа? Со старыми дырками. Вот эта линия береговая или крайняя, она не очень ровная. Вот это считается? Нет, смотри, у них разные. А если у нас вот мы музыку так же пишем, я говорю, это нормально? Она говорит, нет, в помойку. Какой был ваш первый лайф, ну вот не в рамках Айгела, а вообще ваш первый лайф в жизни, в частности, каждого из вас? И какие ощущения были, эмоции от этого? Играла раньше, песни под гитару придумывала. И где-то лет вот в 17 меня вытащили. Рок-акустика там у нас была такая, типа объединение. Вот они меня вытащили на сцену, и я вышла петь песни под гитару, мрачные. Меня Вова вытащил, я тогда еще что-то только начал записывать, а он играл на рейве на каком-то большом, юбилейном. Какой-то восточный удар, тогда это год 97-й. Вот, и он говорит, пойдем постоишь на сцене со мной в плаще, такой крутой, как бы, я ходил там, поставил диск. Крутилки крутил? Не, да фильтры. Я просто даже стоял. Там огромная сцена, там все равно непонятно, что там я делаю. Какие-то компьютеры стоят перед нами. Вы сейчас в тур большой поедете, да? Первый большой тур, наконец-то. 21-й, класс. Мы раньше ездили, ну, максимум у нас было там 3 города подряд. А есть какие-то ожидания вот от тура? Там большинство городов, в которых мы не были вообще ни разу, поэтому... Ну, крутых эмоций. Конечно, от каждого города еще есть какое-то воспоминание, эмоции. Вот я тоже этого жду, что это будет как путешествие в некотором роде, помимо работы. Да. Слушай, чуваки, у вас неправильно все. Ну, вы думаете, что у вас получается, но у вас не получается. Когда у меня получается так, я это разбираю, потому что да? Это... Да. А мы могли бы долго это делать, если бы ты не сказал. Какое представление или декорацию вы бы замутили на своем лайве или концерте? Будь вы не ограничены в ресурсах. Что бы вы хотели такое вот воплотить, какой-то перформанс, может? Наверное, видео, да, какое-нибудь клевое, мне кажется. Не, ну мне больше свет нравится, чем видео. Все-таки свет мощнее. Сочетание видео и света, в принципе, иногда удается такое сделать, когда есть в клубе свет, и световик готов, короче, посотрудничать. Вот, тогда получается. Ну вот это ровно, по крайней мере. Вот эти два, да. А вот это... Надо все-таки про маски спросить.
Мы ждали этого вопроса. Ну, то есть это защита или нападение? Мы не думали, что как-то проект наш будет пользоваться какой-то там популярностью, даже минимальной. Поэтому думали, да как ему разница, давай будем в масках, чтобы просто нас никто просто не узнал. Мы можем его просто закрыть потом, если что, если нам надоест, и все. Начали, и в итоге почему-то кому-то начало все это нравиться. Постепенно все это превратилось в некую фишку. Да мы долго вообще не выступали, это был как интернет-проект. Мы просто даже в сеть выбрасывали треки. Я вообще вырос в тусовке панка, как раз блэка. У меня была даже какая-то скрима-группа своя. Она без меня стала, когда я ушел, намного успешнее. У них даже потом были концерты. Я из блэк-металлической группы, когда ушла, тоже они сразу успешнее стали. Неудачники просто. Даже пазл собрать не можем. Кого вы слушали из волны российского абстрактного хип-хопа? Вот 2010-х годов, когда был этот пик, я просто тоже слушал. И мне интересно, это же по-любому вы взаимодействовали. Ты непосредственно был в тусовке. Было такое время, да, когда был пик этих коллективов? Как ты думаешь? Ну, а вот кого ты имеешь в виду? То есть у меня как бы вот нету ощущения пика там какого-то. Когда «Ночные грузчики» были ночные первые «Ночные грузчики», альбомы. Да, там «Макулатура» вот потом. Да. Там, не знаю, еще могу вспомнить группу «В бензине есть облака». Так уж получилось, что мы там по центру оказались. Ну вот, я поэтому и спросил. Поэтому, ну, то есть там вот не было такого вот прям объединения вокруг этого, что там свой своего видит, как бы там. У каждого своя какая-то история была. Если ты слышишь кого-то похожего на тебя, думаешь, что ну нет, это неинтересно. Ну, не знаю, блин, оно вроде так, но видишь ли, тут есть такой уголочек. Все время есть какая-то подстава. А как вам последняя выходка Pussy Riot на чемпионате мира? Да. Мне не нравится Pussy Riot, что делает, в принципе. Ну, и как бы вот арт-группа «Война». Ну, то есть, не то, что не нравится, но как бы я в этом красоты никакой не вижу. Мне показалось, что это забавно, и вызвал какой-то фидбэк. Но я акционизм вообще тоже как бы странный. Политика меня, в принципе, отторгает, как бы, все вот эти вот темы. Ну, я думаю, нас тоже вполне. А вы, кстати, вот если бы вас позвал, нет, ну, кто-то там имеет свою... Политическую? Да. Нет. Типа на День города, да? Типа, нет, нет. Ну, нет, типа, День города это за партию. Ну, типа, да, партия такая вас зовет избирать. За Собчак. Нет, ни в коем случае. Только за Паука, если. Да, за номер Москвы. Да, кстати. Ну, мы бы спели вообще. Например, вот. Ну, вот, как бы, даже за Паука не хочется. Ну, поугар чисто. Трэш-угар. Ну, да, трэш-угар, причем тут политики. Ну, то есть, вообще не стоит это путать. Ну, вот это у нас такая вот фигня. Да. Нужно детей было позвать, они бы быстрее, чем мы справились. Ну, чуваки, мы решили, что этот пазл нужно подарить тому, кто угадает, сколько в нем деталей. Мы просто не смогли сами это сделать, и даже предположить, ну и собрать тоже. Поэтому, надеюсь, подписчик с этим справится. Мы оставляем маленькие подсказки в виде наших автографов на тех кусочках, которые у нас получились, немногочисленных. И надеемся, что вы продолжите наше начинание. Мы все, которые соединяются, мы уже нашли, остальное брак.